Я, конечно же, не жалею. Ларкула очень классное место. В Ларкуле мы познакомились с очень добрыми людьми. Здесь есть все удобства. Комната озарена веселым треском. И все. Я не жалею, чтобы я приехала, посетила это удивительное место, потому что здесь много добрых и веселых людей. И очень красиво. Я, конечно же, не жалею, что я приехала в Ларкулу. По пути я видела много интересных вещей, много всего красивого и цветного. Здесь очень красиво, здесь удобно. У каждого была своя кровать. Нас очень вкусно кормили. Я не жалею, что я приехала в Ларкулу. Я увидела много новых людей из других стран. Я увидела, как живут люди в Финляндии. Я познакомилась с людьми из Ирландии и Британии. Мне очень понравилось изучать язык, и я хочу вернуться сюда снова. Конечно, я не жалею, что я приехала в Ларкулу. Я практиковала свой английский, узнала много нового, пообщалась с людьми. Я даже думать стала на английском. Я не жалею, что я приехала в Ларкулу, так как это очень прекрасное место. Здесь очень уютно и красиво. Я не жалею, что я приехала в Ларкулу, потому что я здесь нашла много новых друзей, так же, как и иностранных. Я нисколько не жалею, что я приехала в Ларкулу, потому что это удивительное место, тут очень добрые люди, тут очень красиво. Я познакомилась с большим количеством людей, и сейчас я не хочу расставаться с ними. Я не жалею, что я приехала в Ларкулу, потому что это замечательное место. Здесь очень много добрых людей, замечательные учителя, и все замечательно. Я совсем не жалею, что я приехала в Ларкулу. Это очень красивое, интересное место, в котором я получила такое количество ярких впечатлений, которые я не могла получить за целый месяц как в России в Великих Луках. Я не жалею, что провела долгое время в поездке, что вот это вот мы попали не на ту станцию метро, потому что мне понравились учителя, как Грэм бегал в столовую, и как его волосы летали по всей улице. Ну, в общем, мне понравилась эта поездка. Я не жалею. Самое главное, когда ты приезжаешь в любое место, это найти тех людей, которые тебя будут окружать. Это должны быть самые лучшие, самые хорошие, добрые люди, и именно они создают ту волшебную ауру этого места, на самом деле. Если бы в Ларкуле не было таких невероятных людей, это место не имело бы столь сильную энергетику, как сейчас. Нет, потому что мне здесь очень-очень понравилось, и я очень не хочу отсюда уезжать, потому что здесь очень-очень много красивых мест, очень вкусная еда и очень-очень интересные люди. Я не жалею, что приехала в Ларкулу, потому что, ну, во-первых, я подтянула свой уровень английского, познакомилась с новыми людьми, и мне было очень приятно то, что здесь люди все здороваются с тобой, не стесняются ничего. Даже мне понравилось здесь еда. Мне очень здесь понравилось, потому что у нас были очень интересные уроки, очень интересные учителя, мы узнали много нового. Наши учителя рассказали нам то, чего русские учителя вряд ли могли бы нам рассказать, потому что они жили в англоговорящих странах, они знают. У нас было очень интересное расписание, у нас было мало свободного времени, мы всегда были чем-то заняты. И учителя очень классные. Мне очень понравилось в Ларкуле. Как бы это то место, которое прям вообще самое лучшее, как бы. Ну, во-первых, мы добились нашей цели, ну, ради которой мы сюда ехали, подтянуть свои знания английского. Также мы познакомились с многими людьми, и мы, ну, уже так
нормально общались с ними. Ну, я бы еще бы хотел сюда вернуться. Мне очень понравилось в Ларкуре, потому что здесь очень удобно, много развлечений. Здесь мы приехали практиковать английский, и здесь очень хорошие учителя, очень хорошие люди, они очень добрые, всегда могут помочь, и это красивое и хорошее место. Я не жалею, что я приехала в Аркулу, потому что я действительно получила огромный опыт в общении с англоговорящими людьми, и здесь очень вкусная еда. Особенно завтра. Я, конечно же, нисколько не жалею, что я приехала в это место, потому что я не знала, что за границей так круто, и, ну, то есть я никогда не была, и... Я не знала, что за неделю так можно привыкнуть ко всем людям здесь, которые находятся, и... Спасибо за такую возможность Ольге Олеговне и моим родителям, за то, что я попала сюда, и я это никогда не забуду. Да, я, конечно же, тоже не жалею, что я приехала сюда. Я познакомилась с очень многим количеством людей. Я была здесь со своими друзьями, и это очень классно. Здесь была очень хорошая компания. Здесь классно. Я совсем не жалею, что я приехала в Аркулу. Это одно из лучших мест, где я была. Потому что здесь очень дружелюбные и отзывчивые люди. Здесь можно научиться многому, практиковать свой английский и разговаривать с англоговорящими людьми. Итак, вопрос, ребята. Как вы подтягивали свой английский? 30 часов английских уроков, общение с иностранцами. Мы делали домашние задания. Каждый день английские фильмы. Каждый день английские игры. Каждый день вели дневник. Пели английские песни. Читали английские книги. Мы все время общались на английском. Где? И на уроках, и в столовой, и на улице. Итак, ребята, следующий вопрос. Оправдались ли ваши ожидания? Ведь когда вы ехали, у вас были какие-то свои ожидания по поводу поездки. Вот я, например, лично думала, что будет здесь хорошо. Но оказалось, что здесь гораздо лучше, чем я думала. Мне было очень комфортно здесь работать. Вы были в полной безопасности. А каковы ваши впечатления по этому вопросу? Когда я ехала, я ожидала, что это будет незабываемое место, но ожидания оправдались. Я никогда его не забуду. Когда я сюда ехала, я думала, что я потяну свой уровень английского. Я, конечно же, его потянула и начала лучше понимать английскую речь. А когда я сюда приехала, я думала, что я ничего не буду понимать на уроках. А на самом деле я все поняла, и мои ожидания более чем оправдались. Когда я сюда ехала, я думала, что я буду просто банально сидеть и учить английский. Но мои ожидания совсем не оправдались. Мы играли, разговаривали, получали удовольствие от английского, а не просто тупо выучили. Я, когда ехала, я думала, что мне здесь будет весело, что... Ну, я не думала, что будут такие впечатления от учителей, но... Мне было здесь не просто весело, а мне было очень весело. Веселые учителя, веселая английская речь. Когда мы были в России, мне было некогда думать о каких-то ожиданиях. Я просто ехала и не рассчитывала там ни на что-то особо сложное, ни на что-то особо легкое. Думала, самое главное — не потеряться среди... такой разнообразной культуры среди английского языка. И, в принципе, я справилась с этим. И спасибо всем, кто мне в этом помог. Я очень надеялась на улучшение моих speaking skills, и у меня это вышло. Когда я сюда ехала, я думала, что мне будет сложно улавливать английскую речь, и будет сложно понимать учителей, но... Так как здесь учителя не как у нас в России, то все было очень понятно и было классно. Когда я сюда ехал, ну, я ждал, что уроки, сам процесс обучения будет не такой, как в России. И мои ожидания оправдались. У нас были очень интересные учителя. Они понятно все объясняли. Говорили только на английском, но мы все равно их понимали. И у них получилось нас научить. Ну, когда я сюда ехал,
Я думал, что будет вообще сложно, как бы учиться, сложно их понимать, но все было как-то, как говорил Грег, изи-пизи. Я думал, что здесь будет очень скучно, и мы просто будем, ну, сидеть, писать и есть. Но на самом деле мы здесь развлекались, одновременно развлекались и учились, и, ну, общались с людьми. Ну, мои ожидания не оправдались. Все было лучше. Когда я сюда ехала, я не думала, что здесь настолько добрые и общительные люди. И также я думала, что я действительно не буду понимать учителей, потому что они говорят только на английском, но оказалось наоборот. И, соответственно, мои ожидания оправдались. Оказалось все намного лучше. Итак, вопрос. Что вас впечатлило больше всего здесь? Что понравилось больше всего? Что запомнилось больше всего? Дружелюбные люди и метод преподношения информации. Мне понравилось, что когда мистер Грэхэм, даже если ему что-то говорили неправильно, он нас не исправлял, но сам повторял это же предложение и говорил это правильно. Мне понравилась вкусная еда в столовой. Мне понравилась настоящая финская сауна. Мне понравилась очень дружелюбный директор, который был не как директор школы, он сказал: «Называйте меня папа Йоси». Мне очень сильно понравилась природа Финляндии. Мне понравились попытки наших учителей говорить на русском языке. Здесь очень комфортная библиотека, в которую можно прийти в любой момент. Здесь воду можно пить из-под крана, и здесь есть мусорки специально для бумаги, металла и пластика. Мне понравились уроки, которые вели наши учителя. Мне понравилось то, что самый главный босс, папа Люси, сказал, то, что мы стоим на первом месте, а не он как директор. Мне понравилось, как Грахам говорил: «Изи-пизи, о боже, ничего». Ну, а теперь у меня к вам еще один вопрос. Поднимите руку, кто хочет еще приехать в Ларкулу? Я! Спасибо, опустили ручки. Так, вы же у меня дети вежливые. Что надо сказать? С целью Ларкула! О, а еще что? С целью родителей! А еще что? С целью Мисорка! Goodbye! Say goodbye! Goodbye!